В Клину проходит общегородской последний звонок. В Сестрорецком парке собрались выпускники со всех клинских школ. Впереди их ждет ЕГЭ, выпускной, а также поступление в вузы. И нам остается пожелать им только удачи. Школа давно уже потеряла, скажем так, значение как место, где нас обучают. Школа — это, скажем так, место, которое дает возможность выйти в жизнь. Это новая ступень. Новая жизнь. Мы еще не знаем, что будет дальше. Нам немного страшно. Это что-то новое. Я очень рад, что закончил школу, и вообще переполняют меня эмоции. Скоро я получу аттестат, но единственное, меня смущает ЕГЭ, которое у нас на носу. Мы будем сдавать скоро ЕГЭ, русский, математику. Это, конечно, волнительный процесс, а так все очень круто, все очень гармонично и душевно. Поскольку сегодня праздник последнего звонка, конечно, сегодня я могу посоветовать только упорство в подготовке и крепости духа во время сдачи экзаменов. На самом деле, вот сегодня, сейчас они будут подвергнуты тем испытаниям, которые требуют, в общем-то, вся их дальнейшая жизнь. Это умение очень быстро и очень оперативно принимать главные решения. На экзамене как раз именно это качество очень пригодится нашим ребятам. И я искренне желаю, чтобы у всех это качество сработало на все 100%.